составляет 170 сантиметров. Призер чемпионата СНГ по джиу-джитсу. Победитель Кубка Альянс по грэпплингу. Команда Ахбарс. Мастер спорта по ММА. Количество профессиональных боев. 4 победы, 1 поражение и 0 ничьи. Тренер Мама Шарипов Джул Дубай. Уроженец Джалабадской области, город Кочхурата. Встречаем Азимжан Улу Бектемир! И его соперник, боец в красном углу. Весовая категория 66 килограмм, рост 170 сантиметров. Боец из Узбекистана. Мастер спорта по кикбоксингу. Команда «Мангуст», тренер Тукисбаев Мансур. Встречаем Усманов Маруф! Бойцы в середину. Ну и вот, собственно, объявил ведущий очередную пару, четвертая пара этого выпуска. Азимжан Улу Бектемир и Усманов Фарух. Правда, перепутали они оба углы. Фарух стал в синий, Бектемир в красный. Ну, собственно, это не принципиально. Смотрим непосредственно за боем. Бойцы достойные. 66 килограмм весовая категория. Да, настил действительно очень серьезно намок. И сейчас бойцы буквально как будто бы на лед выходят. И с каждым боем, наверное, все больше и больше это будет проявляться. Дождь не прекращается. Тем не менее, в поселке Акжар действительно очень достойные болельщики. Несмотря на ночь, несмотря на дождь, все остальное, бойцы ждут главных поединков. И вы видите, да, вокруг октагона сколько людей. Вот пошел в атаку Бектемир. Вновь был проход в ноги. Фарух пытается сейчас как можно лучше отзащищаться. Взял голову оппонента. Пытается душить, но ногу полностью упустил. Здесь неудобно. Конечно, в такой ситуации нужно что-то делать. Есть у меня ощущение, что это бесперспективная толкотня. Судья пока не вмешивается. И вот Бектемир вытаскивает голову из-под оппонента. Пошел вязать руки. Неплохой удар. Потихоньку пробивает Азимжан Улу. Он пробует оппонента на прочность. Еще 3 минуты в первом раунде. 2 уже прошли. И вот здесь в очередной раз пытается ногу захватить Бектемир. Джалабадский боец. 170 сантиметров рост. Кстати, по антропометрическим показателям оба бойца идентичны. Судя по файт-карту, 107 сантиметров, 66 килограмм роста. А вот здесь неплохо. Вот здесь неплохо. И действительно, Бектемир поймал на удушение Азимжан Улу своего оппонента. И Усманову Фаруху пришлось сдаваться. Смотрим на повторе. Здесь очень красиво исполнено. Да, из такого треугольника не выбираются. Удушающим приемом победу одержал Азимжан Улу. Поздравляем, в очередном узбекско-кыргызском противостоянии побеждает наш боец, представитель Джалалабада.